Здравствуйте! Приветствую вас у себя в гостях на канале Джамбалайя. Это креольская кухня. Это простое блюдо. Я его буду готовить так приближенной к классике. Такое, знаете, отличие от современных, не используется морепродукты. Что мы будем использовать? Так как это блюдо все-таки на основе риса, будем использовать рис. Я взял для плова круглозерный. Перец именно зеленый. Немножко сельдерея, томаты. Томаты у меня, собственно, в соку, порезанные кусочками. Буду использовать полукопченую колбасу. По классике вроде как использовалась ветчина. Лук, чеснок, петрушка, черный молотый перец, соль, растительное масло. Колбасу могу немножечко почистить. И порежу я ее полукольцами. Не мелкими. Перец, знаете, порежу тоже довольно-таки крупненько. Ну, такими кусочками. Сельдерей порежу вот эти беленькие штучки. Достаточно. Лук. Я бы его тоже крупно совсем порезал. Чеснок, знаете, такими пластиночками. Ну и петрушку порубаем. Включаем маслица. Сюда лук. Сюда колбаску. Обжариваем. Колбаска поджарилась, выключаем. Лук побелел, размяк. Добавляем в него сельдерей с перцем. Обжариваем. Перец тоже стал таким мягеньким. Добавляем томаты. Растушиваем их. Минут 10 прошло. Посолим. Немножко, потом будем доводить. Поперчим. Чеснок. Перемешаю. Через минуту колбасу сюда. И рис. Заливаю горячей водой. Так водичка покрыла рис. Тише. Это у меня беда, не могу найти большую крышку. Я накрою вот так ее. До готовности риса. Если жидкости мало, добавьте немножко. Последний штрих. Зеленушечки сверху. Джамбалайя или луизианский плов готов. Приятного аппетита. Минут 20, наверное, у меня ушло, чтобы рис приготовился. Ребят, я уже попробовал, это есть можно, это вкусно, это съедобно. Я думаю, вам тоже понравится. С рисом поаккуратнее, вы понимаете, что он, да, он увеличивается в размере. Спасибо вам, что забегали, посмотрели, отметили. Не забывайте, скоро увидимся.